Здорово, это Шамшурин, и в этом видео я расскажу тебе о своем юбилейном формате тренинга «Практика», который пройдет в конце августа. И не только я. В конце видоса ты увидишь отзывы и, собственно говоря, то, что говорят обычные парни, такие же, как ты, разные, разного возраста, из разных городов, прошедшие мой тренинг. Посмотри обязательно до конца, а сейчас подробности и конкретика о юбилейном формате. Значит, стартуем мы 29 августа. И заканчиваем 1 сентября. 4 полных дня вместо 3,5. 4 полных дня. Этот формат увеличенный. Почему юбилейный? Потому что это уже 12-й поток. Мы целый год ведем этот флагманский тренинг. Это наш флагманский продукт. Какие отличия от обычного? То, что мы пригласим туда Макса Красочкина, это мой духовный наставник и наш специальный гость, который будет рассказывать тебе о страхах, о внутреннем состоянии и о том, что тебе с этим делать. Будут красивые человеческие живые женщины, которые будут отвечать на твои вопросы. 4 дня еще раз вместо 3 и еще много-много интересных плюшек. Это формат, который проходит один раз в год. Значит, как проходит? Встречаемся в 12 часов дня в четверг 29-го. Встречаемся в зале, какая-то вводная часть, идем на практику. 6 часов практики подряд вместе со мной, еще 2 тренерами и несколькими саппортами. То есть никто не уйдет без практики, никто не уйдет без результата. Теоретическая часть тренинга высылается тебе заранее, после того, как ты забронируешь себе место. Вечером мы встречаемся опять в зале и 2-часовой разбор до 8. Соответственно, каждого человека мы персонально разбираем, каждому даем персональные индивидуальные задания, кроме основных. Если у тебя не получится их выполнить, то лично я вместе с тобой рука об руку пойду и сделаю эти задания так же, как и мои коллеги. Столько практики и столько обратной связи у тебя еще никогда не было за свою жизнь. Так же, как и столько женщин, потому что за 3,5 дня через каждого из наших учеников проходит примерно в районе 80 девушек в формате знакомства, выполнения заданий, свидания, коммуникации и всего прочего. Здесь 4 дня, чувак, здесь будет еще больше женщин. То есть столько, сколько у тебя никогда до этого не было за всю твою жизнь. И так с утра до вечера 4 дня подряд. Собственно, как-то так. Для того, чтобы забронировать место на это мероприятие, в котором мы вместе будем выполнять практические задания, тебе нужно перейти по ссылке под этим видео, оставить заявку, обязательно пройти собеседование, потому что мы возьмем только 20 человек. Сейчас места активно бронируются, и у тебя есть шанс оказаться одним из этих 20 счастливчиков и увидеться со мной на тренинге «Практика» в юбилейном формате с 29 августа по 1 сентября. Итак, ссылка под видео, а сейчас посмотри, что говорят о моем тренинге многочисленные ученики. Всем привет, меня зовут Серега. Привет, мужик, меня зовут Кирилл, мне 29 лет, я из Израиля. Здорово, ребят, меня зовут Игорь, мне 33 года, я предприниматель. Всем привет, меня зовут Ренат, мне 23 года. Меня зовут Женя, мне 31, я предприниматель. Привет, меня зовут Кирилл, я из Волгограда. Всем привет, меня зовут Макс, я из города Волгодонска, мне 27 лет. Всем здорово, меня зовут Миша. Меня зовут Даня, мне 19 лет. Здорово, мужик, меня зовут Ваня, я приехал с Молдавии, из Кишинева. Привет, мужики, вернее, здорово, мужики уже на самом деле. Меня зовут Витя, я из Гомеля, Беларусь. Я на этот тренинг решился, потому что с девушками у меня, ну, как бы, не получалось, не складывалось, я стеснялся подходить, я стеснялся что-то сказать им, я проявлял свою позицию снизу. Знакомился чисто в интернете, и то абы как. Я не умел знакомиться, у меня не было постоянных отношений, постоянно как-то откладывал эту тему. Посмотрев много пикап-тренеров и пикаперов в целом в России, мое мнение, Вова сейчас топ-1. За эти 4 дня тренинга я столько женщин вообще, даже с столькими женщинами не общался в жизни. Ребят, если вы рассчитываете на то, что вам здесь дадут какую-то волшебную таблетку, блядь, и вы станете сразу каким-то альфа-самцом, то это не та история. Все 4 дня вы здесь будете упорно ебашить, но это дает свой результат. Могу сказать свой личный отзыв. За время, проведенное на тренинге, я вступил в коммуникацию, в общение с таким количеством женщин, с которыми, наверное, я не вступал за последние 2 года. Я себе сказал, ты моя, ты будешь моей, ты будешь здесь. Я так решил. И у меня прям как будто реактор такой, как у железного человека, как будто мне поставили внутреннюю. У меня вот это состояние. Я вот, было так, что с обеда, как я начал кушать, то с 3 ночи, то есть я ничего не жрал, и я на этом кайфе ушел где-то в клуб,
вот там есть тусовка какая-то была, люди на джипах, на гелендвагенах, то есть, и мы шли, и там были реально красивые девушки, реально красивые девочки. И была такая ситуация, подошли несколько мужчин, там на реально крутых тачек одетые, там у них какие-то сигары, и просто смотрели на одну девчонку, она девчонка, то есть она была где-то по 2 метра, с такой красивой, где-то грудь 4 размера, даже 5, наверное, но красивая такая грудь. Сделанная? Нет, натуральная грудь. Mm-hmm. И все пялись на нее, как бы, я сказал, она будет моей. Я просто взял и подошел, я был как бы просто одет, как парень, и просто 10 минут общался с ней. Тренинг помог разогнать психику, особенно третий день был самый удивительный в моей жизни. Выполнял дикие задания, получил невероятный пинок, и в конечном итоге закончилось суперскими приключениями, которые я никогда не забуду. Респект за это все, за то, что вы делаете, и вы молодцы, ребята. И всем обязательно быть у Вовы Шамшурина на тренинге. Он помогает мужикам, мужчинам, парням, пацанам раскрыться и улучшить свою жизнь. Именно наполнить ее эмоциями. Потому что жизнь, она вот так и проходит, что вау, офигенная девка. Ну ладно, я завтра подойду, или не сегодня, или я там стрёмно одет, или ладно, я когда начну кучу денег зарабатывать. Это не так важно. Слушай, а может быть, можно просто посмотреть видео на канале, да, и всему научиться? Видео недостаточно, потому что очень много чуваков, я на своем примере сейчас говорю, посмотрел видео такой, блин, ну не у всех так, ну офигеть, круто, ну наверное легко. А потом, как Вова показывает, подходишь к девушке, здравствуйте, можно поцеловать вашу ногу? И все, и ковыряя в носу, убегаешь просто от стыда, весь красный, потому что на практике действительно это очень сложно. И чтобы этого добиться, нужно по чуть-чуть выполнять упражнения, которые дает Вова, честно быть перед самим собой, знать, что нужно их сделать, и они вас раскроют, и они вам помогут. Это правда. Сам вряд ли вообще кто сможет себя заставить на такое пойти, получить такой стресс. Ну, через такой стресс, как бы чувствуешь, идет рост, подъем. Намного легче подхожу к женщинам. Живой тренинг, онлайн-тренинг, все-таки есть, да? Да, большая, колоссальная разница, потому что тут тебя пинают, прям заставляют, ты гонят, ты прям делаешь, у тебя нет выбора, короче. Ну, ты тем более заплатил за эти деньги, и ты не можешь не сделать, короче. А когда сам у тебя, ты постоянно находишь в себе кучу разных отмазок, и ты сам даже осознаешь, что да, я отмазываюсь, но ты все равно это не делаешь. Когда вокруг тебя все такие же, кто-то боится, кто-то не боится, и вот это вот движение, просто ты невольно становишься как бы уже на высший уровень всего лишь за 4 дня. Эффективность этого результата просто колоссальная. За 4 дня я изменил как бы свое видение мира, я не знаю, то есть я большую жизнь прожил за 4 дня. На данном тренинге я вышел из зоны комфорта и проявил свой внутренний стержень. Меня закинуло настолько далеко из зоны комфорта, что я теперь не хочу туда возвращаться, в зону комфорта. Я теперь буду жить там, за комфортом. Да вообще не думать не надо, просто записывайтесь на тренинг, и ваша жизнь изменится буквально вот за 4 дня, и ну, вы почувствуете этот результат. Это офигенный тренинг, все супер, всем советую. Мужики, еще раз говорю, тренинг охуительный. Держись, Гомель, я еду к тебе.